Еще вчера в Казани, а уже сегодня в родном бассейне «Дельфин» поселка Развилка. В месте, где началась успешная спортивная карьера. Здесь состоялся третий этап соревнований по плаванию на Кубок Евгения Рылова. Великолепное такое вот мероприятие, потому что, во-первых, ребята прикасаются к чемпиону мира, олимпийскому призеру, неоднократному чемпиону Европы. И это многого значит. Ребята ждут этого. И, конечно, популяризация нашего плавания. Сам Евгений не мог пропустить это мероприятие. После победного чемпионата России в Казани есть немного времени для восстановления, после чего начнется подготовка к Олимпиаде. Пару дней отдохнуть, и только тогда начну. Ну, с тренером это, думаю, все обсудим, сколько дней отдыхать будем. Какие планы на Олимпиаду? Планировать не буду, но надо показывать максимально хорошие результаты, бороться, конечно же, за призы обязательно. Вместе с Евгением право выступить на Олимпийских играх завоевал Иван Гирев, который также тренируется в «Дельфине». Интересно наблюдать за молодыми ребятами, которые стремятся стать кем-то в этом виде спорта. И такой дух здесь стремления к лучшим результатам. Тренер наших пловцов Андрей Шишин считает проведение первого кубка Евгения Рылова своеобразным смотром талантов на перспективу. Начало нового поколения, которое должно сменить наших чемпионов. Да? И сегодня мы закрываем первый год, этот этап. Да? У нас заключительный финальный этап Кубка Рылова, где мы выберем самых лучших малышей в районе. На соревнованиях присутствовали почетные гости. Они приветствовали участников заплывов, а нашим олимпийцам пожелали победы в Токио. Сегодня мы проводим здесь детский турнир, третий этап имени Евгения Рылова. То, что он как раз не покидает свой бассейн родной, с которого начал заниматься, всегда находится с детишками, спортивная школа, которая, глядя на него, стремится к самым высоким достижениям и наградам. Я сегодня предложил, мы обсудили, ребятам очень понравилась идея. Мы хотим в нашем кинотеатре в центре города сделать просмотр заплывов именно наших ребят, чтобы жители округа могли собраться и во время Олимпиады поболеть за наших. Евгений Рылов и Иван Гирев стали живым примером для юных пловцов, которые только начинают свой путь в спорте. Я готовился к этому соревнованию. Плавали мы дистанцию, тренировался я. И я очень старался попасть на это соревнование. Я хочу очень проплыть и попасть в призеры. Все победители получили медали и кубки из рук чемпионов. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.